на какой турнир ездили и впечатлением поделитесь. На турнир мы ездили международный, я забыла, как он называется, но там были очень сильные команды, такие как Шальке, Вест, Спартак, Зенит, и там еще были сильные команды. Мы заняли 4-е место в Серебряной лиге, а так 11-е. Нас встретили нормально, мы приехали на вокзал, нас оттуда забрали. Мы приехали домой, нам провели такую экскурсию, что где находится. Потом мы сходили на батут, тренажерку поели. Как уровень команды вашей был? Ну, уровень нашей команды чуть послабее, чем у Родины, но там ребята, они немного быстрее играют. Команда послабее, да, чуть-чуть, чем Родина, но они повыше, и верхнюю борьбу вести легче. А еще там играет кабан. Какой футбол команды играли, против кого играли? Мы играли первый матч против Локомотива и начинали и в первый, и во второй день. Потом играли с финнами, которые и Шальки, и Весом вроде обыграли. Вот. Потом с Зенитом играли, с Шальки, еще с командами. Вот. Ну, сыграли мы так, на среднем уровне. Голов мало забили и пропустили много. В чем уступили соперникам? В чем они были сильнее? Ну, мне кажется, то, что мы, может быть, даже немножко были не сыграны с этой командой, а так как мы все втроем, еще Костя Матвеев был с 4-го года, тоже с нами ездил, вот, и мы все были в основе. Может, мы были сначала немного не сыграны, но за 9 игр мы сыгрались, и во второй день показали результаты чуть лучше. Ну, проиграли мы им в физической борьбе, они были быстрее нас и сильнее физически, побыстрее играли. Где вы играли, на каких полях? На хороших. Не газон, а искусственная трава была, нормальная. Очень хорошая даже. Потому что даже если посмотреть фотки, там, где нас фоткали, там, ну, прям даже мой папа сказал, то, что трава была хорошая. Но был дождь, поэтому поле было скользко. Да. 17 минут всего матч длился, как это? Много или мало было для вас? Ну, судя по тому, что мы играли в первый день 9 игр, это довольно нормально. Много. По 17 минут это, тяжело играть, если весь матч укладываешься. Что вы заметили у других команд в разминках, подготовке к игре? Какие там нюансы были? Мы перед игрой просто разминались, там передачи давали. Вот. Ну, фактически все одинаково разминались. То есть ничего там особенного у кого-то других команд не было? Какой-то подготовки специальной? Ну, только Спартак пил воду, добавлял туда какой-то сок и таблетку. С витамином С. Какая команда вам больше всего приглянулась? Шальки. Ну, мне понравилось, да, как Шальки играют, они там гиперактивные, они, ну, прям хорошо играют. Вот я хочу так же, потому что, ну, они выдерживают 17 минут, потом немножко отдыхают и еще на полную выкладываются. Играют фактически без замен. Потом Спартак тоже очень хорошо там играл, вот уровень. И вот эти вот финны, которые обыграли Вест Хэм и Шальке, вот у них тоже, они весь матч сидят в обороне, у них вратарь там все тащит, и они на контратаке вот так по 1-0 выигрывают. В дополнение Андрея, финны, они обороняются организованно, никто из них не выпадает из игры, даже нападающие сидят, все находятся за линией мяча. Кто из вас троих лучше сыграл? Костя. Вы как сыграли? Тяжело сказать, как я сыграл, когда мы проиграли команду по 11-0, по 5-0. Кого еще в следующий раз надо на турнир взять? Леню. Вот. Леню. И вы победите? Критикова. Победите сразу? А? Да. Победите сразу? Да. За родиной результатами следили? Да. Да. Как следили? Хорошо следили. Да. Что ж тебя ждете от игры с ФШМ? Победы. Как 2 года назад с ними сыграли? Выиграли 8-2. 3-0. А потом без меня 3-0. Сейчас какой будет результат? 10. Ну, не знаю. Мы не видели, как они играют. Как думаете, изменился уровень? Нет. Если не чуть-чуть. Если не добавить с первого ФШМа, ребят, то там, да. А если посмотреть, какой у них состав вот именно во втором ФШМ, то, мне кажется, не очень. Как вам сейчас уровень соревнований? Высокий. Повыше, чем в той группе. Чем от первой группы отличается? Тут команды быстрее играют. И поле больше. Что ждете от сезона? Какие цели на сезон поставили? Победу. Победу и первое место. Да. Потому что голы сейчас должны забивать нападающие. А
Вот, а мы должны их выводить.